Это нормальная тема, что восстановить провизию, все вот это прям оп, зашел как сам. Мой запас полной провизии есть. Так, еще что-то есть, еще может что-то где-то есть. Ладно, надо припасы эти искать. Это по-любому где-то в других локациях. Вот, допустим, вот здесь. Красиво. Так, открылась вот эта фигня у нас. О, производство. Чё, а что это производит? Ух ты. Ну, осталось дом для работников сделать. Короче, надо быстренько пошарить. Пробежаться сюда, потом сюда открыть, потом уже перемещением сюда сдать квест. Может быть, даже сюда заглянем. Ну, погнали, погнали. Может быть, там припасы будут, чтобы построить для работников. Так, а если оно производит, как оно будет отмечаться у меня? Предметов, да? Одежда. Что оно производит-то? Что-то я не увидел. Припасы. Одежду нужно производит. Производит одежду. 46, вот, видать. Потом будет 47 через минуту, да? Ну-ка. Производит. Да, одежду производит. Одну в минуту. Быстрая тема. Прикольно. Эту всю парашу можно будет. Это пока неизвестно. Ставимся на новой территории. А вот территория. Ох, видишь, какой-то. Это даже гробница. Прикольно, люблю гробницы. Там доспехи. Короче, понятно, какое-то логово у нас здесь. Здесь какая-то. Здесь, наверное, выход. Когда все проходишь. Куда идти, сюда? Допустим. Так, вот тут карифанчики сидят. А кто это такие вообще? Нифига себе. Какие-то рогатые, смотри. Элитный друид огня. Так, где мы едем? Нормально. Рекурсивный. Так, потом что? Способность посмотреть. Так, проникающий уровень силы не позволяет прыгать на любое препятствие. Ясность. Это я не помню для чего. Метка смерти, вот это прикольная тема. По-моему, метка смерти здравая тема. Короче.
ключ. Так, это наверх. Ключ где-то повыше. Там тут что-то есть у нас. Ну и чё, и как? Двигайся, двигайся. Яства 10, а их надо 50, надо тут алтарь получить. Интересно исследовать всякие вот эти территории. Так, что там делается? Вы подробно. Набор доспехов друида. Кто это, кстати? Это ворон. Серия ударов 3 по одному тому же врагу восполняет здоровье. Это круто. 3,5%. Дополнительное увеличение урон в ближнем бою и устойчивость к отравлению. Бонус 10 урон в ближнем бою, бонус 20 устойчивость к отравлению. Крыльчи шкурки и куски коровьей кожи, все это скреплено при помощи крупных и мелких костей животных. Плащ, шлем и наручи можно найти в Ульстере, доспех в Униде, а штаны в Каннахте. Ульстер, короче, плащ, шлем и наручи, три части. Один доспех мы нашли, штаны в Каннахте.
будет ли смысл потом в этом всем гонять, улучшать это все за кучу ресурсов, я даже не знаю. Пока пускай все это лежит просто так. У меня доспех Тора, доспех Берсерка, все, моя топовая броня. Есть что стырить еще. Элсингхард. Давай, иди сюда. Какая-то музыка, вот это какое-то проклятие какое-то там есть. Вон, вот эту белую херню надо. Торговый пост, потом что? Ультра, это что?
Мидж. Потом вот этот Канахт есть, где там части друидовские улицы, а тут одна часть. Так, ну вот эту белую херню надо еще, желтая там есть. Потом вот сюда можно сгонять. Что видишь, Сюнин? Туда, может, там пещера. Вот там опал. Короче, вот здесь надо обойти, попробовать вход тоже зададут за головоломку, блять. Этот край терзают злые духи. Покажи мне. Опал. Полезть.
хорошо. Отсюда было, видать, не попасть. Яство. Кто-то яство эти производит, наверное, какой-то пост. Торговый. Так, ну сюда. Даже у нас какая-то месть есть. Здесь мне точно не рады. Что за напасть? Смотри в оба. Могу бегать весь день! Понятно, надо шарить сундуки мелкие. Так, вон что-то еще есть. Тут прилично. Тексты. Товарищи, надо подзагасить.
Да отправишься ты на пир всеотца. Так, смотрим, что здесь еще барахлище есть. Еще кажись. Покажи, что там впереди. Так, это наверху. Дерево. Какие-то беспонтовые, которые уже не нужны. Так, погнали. Блин, меня пометка сбивает. Там вон еще какая-то белая херня какая-то есть. Одежда. Карта сокровищ. Будет ли эта карта более понятная, чем предыдущая? Время узнает. Позырим. Дублин. Гвоздь пришел. Брега. Тоже, блядь, рисунок какой-то. Так, крестик. Дороги. Вот хрен за те это, блядь. Какой-то кругляшок. Ну, допустим. Так это вообще непонятно. Чё вот это вот, блядь? Ну, похоже на колодец вот эта херня. Тоже пиздец. Надо же было так придумать. Ну, карта. Где этот кругляшок может быть? Арма, блядь. Точно не это. Кругляшков никаких не видать. Поэтому, блядь. Потом надо в интернете будет смотреть, где эти все сокровища обоссанные лежат. Yeah.
Вроде как ускоренно едет, а это не тратится, а не тратится. Вот эти, когда с дороги съезжаешь, начинает тратиться. Выносливость коня. Так, и тут недалеко монастырь можно заграбить. Все. Чудесное масло для ламп. Наконец-то долгие месяцы трудов принесли плоды, когда впервые выяснилось, что после того, как после того странного тумана на предметах остаются капли какой-то жидкости, мне пришла в голову мысль, что эту находку можно как-то использовать. Оказалось, что нужно набрать побольше жидкости с крупных листьев и щедро подлить в нее рыбьего жира. Получается масло для лампы, которое горит чуть ли не ярче солнца. Нужно лишь провести последнее испытание, самое яркое из всех. Ну понятно, блять. Летишь? Провел, видать, испытание. Сгорело там что-то или взорвалось. Сейчас позырим. Видать, взорвался. Да, взорвался просто. Все понятно с ним. Бедолага. Монастырю сейчас мы разграбим по-быстренькому. Набег. Накормим же ворона. Yeah.
замес какой-то. Сокровище! Ну же, помоги мне! Мне тут нужна помощь. Так, где там залезть? Я горю! Где как с другой стороны открыть? Помогите! Погодите, ребята, книгу возьму. Приветствие, видите, ребята? Что это за херня? Так, небольшой мешочек, который... Это у нас дым. Лишается возможности либо делать. Но неплохо вывести из строя врагов, так сказать. Здесь у нас приветствие викингов. Ух ты. Нанесите ему сокрушительный удар головой. Ну неплохо. А у меня еще есть. У меня есть пинок Тюра. Ух ты, а че его не юзают? Пинок Тюра у меня есть, валькирии, обжигающий удар и ядовитый удар. Три пинок Тюра, короче, четыре валькирии. Ладно, то все это позабыл уже. По припасам у меня теперь 390, ну прям нормально. И яство, кстати, 46, еще 4 осталось, и все, и закроем тот ларец. Еще
еще чутка пошарить осталось. Что-то мне без золота есть. Точнее, не золото, а... Хватит! Идем на корабль! Серебро давай. Яства мне еще немножко. Вон, та синяя фигня мне нравится. Короче, тут все. Это уже другая территория, там птичка есть. Пойду вот эту синюю фигню посмотрю. Здесь, потом этот пост. Хотя туда должны задания, наверное, давать. Пост, потом чё. Короче, еще поискать яство, может быть, потом по этим точкам желтым. И птичкой сюда. И куда там? Сюда сдать вот этот вот яство. И потом задание сдать. Погнали. Может, яство нет. Ура! Нет. 300 метров, валим отсюда. Интересно, когда торговый пост заброшен, там тоже бандиты сидят. Так, ну рюкзаков не правильно. Че это? Испытание? Ни хрена себе. Погоди, вначале сохранимся. Ну, знаю, что это за испытание такое. Ну-ка. Что? А, это типа мухомора. Тебя, блядь, суки. Тратится, блин. Ничего, на посту есть там. Надо собрать немножко. Так, еще какая-то херня. Далеко. Опять поди вот эти камни складывать. Да, точно. Строки, оставленные Киарой. О зловонная трясина, что за зло в тебе таится, что за беду, что за погибель, что за гниль и скверну глубины твои изрыгают. Неужто братья и сестры мои отведали мертвую воду твою?
Глаза их черны, как и она, а в сердцах нет любви к краю родному. Ну пиздец, опять камни складывать. Ну давай. Ну это по-любому первый большой. Не, его надо вот так ставить. Короче, это по-любому. О! Блять. Прям. А если это тоже вот так? Он, блять. Что-то неустойчивое будет, мне кажется. Да. Так, если у него найти какую-то наклонную, вот такую вот херню, да? Ну-ка. Тоже хер, да? Если вот так, тоже хер. А если вот так? О, лежит. Ну, теперь пиздец, теперь вот эти раскладывать. Что-то высоко требует. Ну, допустим. Еще вот так. Ни хрена, откуда камень большой. Так. И остается последний. Блять, мне кажется, вот так надо как-то ставить. Потому что они. Что там, ровненько, нет? Не ровненько, ни хрена. А здесь. Тоже хер пойми. Вот тут ровненькая вроде. Но мне кажется, упадет. Блять. Чё-то мне кажется завалится эта херня. Блять. Ну а это тогда как положить? Сука. Вот тут же камень, блять, лежит, я же, сука, не могу увидеть, блять. Ой, блядь, вот кто это изобрел? Короче, вот этот вот фундамент, потом вот этот вот, неплохо вроде лежит. Теперь вот эта глыба. Шатается, конечно, но, блядь. Или поделать. Чё-то смешно, она будет стоять вообще. Не, вообще херня какая-то. Пиздец, да? Допустим, а ту херню-то один хер не видно, блять, камешек, сука. Пиздец, блять, вот, сука, вот как придумали этот ебучие вот эти камни складывать, это вообще пиздец, просто взрыв башки. И что, блять? Охуеть. Короче, ложим вот это говно, вот это говно, вот это говно. Это говно. А потом все пошло по пизде. Уйди, блять. Допустим, вот так. Допустим, вот так. Сука, кривая, блять. Ну а как теперь сложить, чтобы это было охуенно? Так.
падла. И куда вот он, сука, укатился, блядь? Я хуею. Это видно, кривой ебучий камень. Как, блядь, его достать теперь, сука? Тоже хуёво лежит. Высота какая нужна. Ах, эти. Все по пизде пошло, блядь. Допустим, и вот этот так поставить, и может тот еще, может хватит. Что-то я, блядь, сомневаюсь, конечно, блядь. Развалится все нахрен. Ну охуеть теперь. Ишь, пиздец, как, блядь, там? Шедевр, блядь, чудо света, блядь. Ебануться, блядь. Фух. Так, ну чё, желтая точка. Может до птицы дойти еще по-другому. Пост, кстати, есть рядом. Заброшен. Короче, желтая точка, яство, потом быстрым перемещением. Хм.
Там он что-то есть. Если там птицы, значит, может проклятие какое-то там. Задание торговли, все краски тени. Грамота на торговый пост. Найдите торговый пост. Это который рядом здесь, нет. Его, значит, есть смысл туда заглянуть. Вот он. Тогда заглянем. Может быть, попозже тогда. Погнали пока сюда. Кстати говоря, тут вон еще есть. А, вау. Потом вон. Наверное, здесь сейчас и найдется. Это ясно все. Хорош. Мы сейчас еще пошаримся. Там еще где-то золотая точка была. Тексты. Вот здесь вот. Зашарим.